Итак, всем доброго времени суток. У нас очередная посылочка с сайта AliExpress. Сейчас мы быстренько ее покажем, расскажем, что там получили. Так, с помощью моего помощника. Не забываем подписываться, ставить лайки. Ссылки на товары с видео будут в описании. Переходим, там можно также посмотреть цены. Цены меняются, так что видео я их не ставлю. Заходим там по ссылочке, не боимся, ни какие-то не спамы, ни какие-то там всякие вирусные сайты. Это сайты с AliExpress. Заходим, смотрим. Так, и начинаем вскрытие посылочки. Так, у нас тут каких-то три товара в данной посылочке. Смотрим. Открываем. Тут у нас женские принадлежности. Открываем каждую коробочку. Так, что у нас тут по коробочке? Сейчас быстренько пока открываем все. Так, у нас на коробочке S Crystal Lip Gloss. Так, все написано по-английски. 12 мл. Есть и китайский. Так, написан производителя нету, Шумада Инчина. На этой 0,8. На другой у нас коробочке стоит циферка 0,7. Тоже кристалл. И на другой десяточка здесь. Вот видите, десяточка. Ну, по коробочкам у нас все. Так, смотрим теперь, что у нас пришло. Такие вот у нас тут с блесточками помады. На верхних крышечках есть номерочки, так что не перепутаем с коробочками. Можно спокойно так. Сейчас мы их откроем, посмотрим, какой тут у нас принцип. То есть это у нас губные помады. Если видно, у нас тут есть дырочки. Так, сейчас их аккуратненько попробую. О, вот так вот. Видели, оно там по чуть-чуть вылазит. И тогда можно будет, так понимаю, мазать на губы. Так. Ну, в принципе, по цвету не отличается. Вот такой вот блеск. Так я понимаю, это, наверное, все-таки блеск для губ. Можно там в описании перейти на сайт. Ссылочки по ссылочке. Этот у нас тут поярче. Так. Вот, техническая небольшая. Зацепил я рукой. Так. Смотрим следующий нашу. Ой, такая вот штукенция. В принципе, они все вот такие вот гелевые. Сверкают. Сверкают. Так, следующая наша такая вот тоже светленькая, очень светленькая. Светленькая. Это у нас походу. I'm sorry. Так, у нас вот такие вот помадки. Так, сейчас мы их. Мне тут подсказывают, что надо их сказать. Что есть запах. Запах. Ну, запах, честно говоря, какой-то малиновый, мне так кажется. Если я не ошибаюсь. Я-то понимаю, что это у нас все для губ. Потому что тут, видите, не видно. На руке видно, что оно такое вот. Блеск для губ. Вот такие вот у нас три помадки. Или блеска для губ. Вот сайт AliExpress. Пахнут приятно. Думаю, что такая вот у нас жирная консистенция. Такой вот блеск для губ. Так, ну что ж, на этом будем заканчивать данное видео. Подписываемся, ставим лайки. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы видеть следующее наше видео. Всем пока!